Территория нашего приюта стоит вагончик с двумя комнатами. Это вот первая комната. Точнее, нет, это уже вторая комната. Здесь уже есть конвектор. Вот видите, он на стене висит. То есть эта комната у нас уже с отоплением. Закрываем комнату. Тут у нас коридор, здесь хранится корм и все прочее, лекарства. Вот какие-то там предметы гигиены. Ну вот, дальше идет у нас вторая комната. Ой, точнее, первая. Все путаю. Их первая сначала. Вот здесь у нас живут котятки. И буквально вчера мы ему установили конвектор. Приходил электрик. Вот вы видите, конвектор. Розетка у нас теперь есть. Также у нас здесь есть лампочка. То есть все электричество готово. Даже если нам конвектора не хватит или нужно будет включить бактерицидную лампу. То есть вот у нас есть даже розетка. Вот видите, котятки бесятся. Как раз они дербанят коробку от этого конвектора. Конвектор проверен. У нас такие конвекторы уже в приюте существуют 2 года. И не только в этой комнате. Вот. Чек за конвектор. Оплатили 3120. Точнее, неправильно сказала. Сам конвектор стоит 1777. А эта сумма за наполнитель. И получилось 320. Ну, наполнитель там нам тоже в приют очень нужен. Вот. А еще малышам подарили вот такую вот игрушечку. Пойдемте проверять. Кс-кс-кс. Идите сюда, идите. Смотрите, какая игрушка. Ну-ка. Ой, какая игрушка. Смотри. Ну-ка, давайте. Ой, какая игрушка. Ой, какая игрушка. Давайте, идите все проверяйте. Смотрите, какая штука прикольная. Ну, да, давайте, идите. Че, все, пенопласт уже? Вам с пенопластом больше нравится играть? А? Давайте. Ой, какая игрушка. Ой, ой, какая игрушечка. Как нравится котикам все. Ласка. Да ты такая красивая ласка. Иди, смотри. Ой, вот это наш Спартак. Птичкин мы его зовем. А зовем мы его Птичкин, потому что он мяукает, как птичка. Так, нежно-нежно. Мяу. Да, как птичка, как будто. Здесь у нас котики на карантине в клеточке. Кошечка и котеночек. Двое котяток уже уехали домой. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, какая прикольная игруха. Ой, какая прикольная. Ой, как здорово, да. Здорово. Ладно, дербаньте коробку дальше. Все, пошли мы убираться в других комнатах. Что вы тут сидите, а? Давайте. Тимурка. Пусок. Пусочек мой. Иди в комнату к игрушечке, зайчик мой, Пушок. Ой, Пушок нас играет. Так, ну-ка, ну-ка. Да. Вот такая штука. Такая штука. Пушок. Ой. Ох, ох, как они разыгрались, а. Пушок, нравится тебе игрушка? Так, я никак не вижу, что ты там с ней делаешь, а. Котики так и крутятся. Пушок. 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 Ну-ка, играй давай. Ну-ка, ну-ка. Ой, как здорово. Смотри, какая штучка. Пушочек. Пушок — это котеночек, которого спасли от панлейкопении путем переливания крови. Потому что заболевание очень опасное. Смертность 99% случаев. При заболевании, особенно котят. Поэтому Пушка мы спасли чудом. Он нам особенно дорог. Ну, теперь у него есть иммунитет от панлейкопении. Все остальные котики в этой комнате с прививками, поэтому они не заболеют. Вот, прививки мы ставим всем животным в приюте, на которые также собираем пожертвования. Регулярно, ежегодно уходит порядка 30 или 40 тысяч на вакцинацию наших животных. На вакцинацию, лечение.
потому что требуются не только прививки, но еще и средства для дегельминтизации, обработки от паразитов. Бывают и ушные клещи у животных, то есть это нужно стронгхолд. Там, по-моему, упаковка стоит порядка 350-400 рублей. Ну, то есть, как бы цены не дешевые, поэтому на все нужны деньги, как ни печально. И даже на тот же самый наполнитель, вот вчера у нас ушло 1500, а на это всего на пару дней наполнителя. Вот. Ласка, ты опять мурлычешь? А? Ласка, ты только окосечка. Только окосечка. Да, вот такие кошечки тоже живут в приюте, красотки. Красотки такие. Вот они, малыши. Играет. Так, давайте так повыше сейчас снимем комнату. Максимально, как я могу ее снять высоко, чтобы сделать полный обзор, как живут животные. И, конечно же, это не все наши животные. Кто подписан на наш видеоканал и регулярно просматривает видео, знает, что у нас в приюте 5 помещений, в которых живут котики. Это одно из них. Здесь живут животные, которые только-только прошли вакцинацию. Вот. Так, ну все, ладно, теперь я уже пошла дальше наводить порядки. Все, до свидания. До скорых, как говорится, встреч в эфире.